Друзья, всем доброго времени суток, и давайте в данном видеоролике расскажу про еще один интересный криптопроект, это будет AnchorBit, и давайте разбираться в его сути. Так вот, это революционный криптокурационный обмен, а также это характеристика обработанной торговой платформы для современного и улучшенного торгового опыта. А что же такое AnchorBit? Давайте разбираться. Это основанный на современном обмене криптовалютами с привлекательным интерфейсом, полностью защищенная, оснащенная множеством позитивных функций биржа. Что же ее отличает? Это прежде всего исследование рынка, то есть AnchorBit предоставляет пользователям обширные инструменты маркетинговых исследований, которые включают в себя аналитику данных, торговые стратегии, торговые сигналы, новости криптовалюты, социальные каналы и объявления монет в реальном времени. Также это современный интерфейс пользователя, то есть AnchorBit это первый криптовалютный обменник с современной торговой платформой, который отличает его от традиционного стиля обменов, доступных на текущем рынке. А также AnchorBit обещает опыт торговли, как никто другой. Также, что отличает еще данный проект, это прозрачная политика, то есть AnchorBit разрабатывает прозрачные политики пользователей в отношении процесса перечисления монет, структуру комиссионных споров, воздушных паров и вилок, поэтому трейдеры могут предвидеть, как бороться с этими событиями, предпринимать действия для достижения наиболее благоприятного результата. Также у них есть интерактивные технологии, то есть AnchorBit добавляет популярные инструменты технического анализа для трейдеров и для изучения анализа рыночных движений и ценовых действий на единой платформе. Также у них есть многоязычная поддержка, то есть первоначально AnchorBit будет запущен на английском языке, то постепенно будет адаптирован для полной поддержки несколькими языковыми вариантами, что, конечно же, очень удобно, потому что если вы не владеете английским, то вы сможете все равно использовать данный проект. Также еще один отмечу безопасность, то есть AnchorBit включает в себя ESO, а также CCSS и также другие способы защиты, что, конечно же, очень хорошо. Также отдельно отметим маркетинговые исследования и анализ, то есть важно понимать, что, соответственно, здесь они сделали несколько различных обзоров, то есть есть обзор один, это проблемы и обмена с криптовалютами, то есть они провели онлайн-опрос, чтобы собрать ценные предложения от криптовалютных трейдеров относительно проблем, которые существуют, и, соответственно, что здесь есть, это 40% трейдеров обеспокоены безопасностью, 37% высокими торговыми сборами, 36% отсутствием ликвидности, также плохой поддержкой, 33% недовольны, отсутствием криптопар 22%, 21% это, в общем-то, как раз таки пользовательский интерфейс не самый приятный, и высокопошлина за вывод это 18% людей. Также еще второй был обзор, это оценка криптовалютами, соответственно, на фоне тоже различных анализов, ну и здесь тоже они опросили различных людей, и что же дал этот опрос. Так вот, предпочитают централизованные 35%, децентрализованные 18%, гибридные 8%, также трейдеры почти все выступают за заказ как раз таки книги, что, конечно же, тоже хорошо. Также 75% трейдеров заявили, что social трейдинг является плюсом для обмена криптовалютами. 48% трейдеров предпочитают торговлю на веб-сайте. Вот. Также 62% торговцев заявили, что они оказались в сложном порыве на бирже. Также 69% трейдеров заявили, что торговля бумагами полезна для разработки стратегии. 55% трейдеров выбрали стратегию стоп-лосс, что, конечно же, тоже очень важно. Также 67% трейдеров сохраняют свои торговые записи в Excel или ноутбуке для ведения статистики, естественно. Также 39% трейдеров сказали, что социальная торговля как раз таки может помочь. 31% трейдеров, в общем-то, создают свое положение на основе диаграммы. Ну что ж, это был общий обзор данного проекта. Также, что еще я хочу добавить, что, в принципе, далее мы разберем как раз таки платформу данного проекта, ну и также поговорим про детали ICO, но это все это будет уже в будущих видео. Пока же с вами прощаюсь, тогда всем спасибо за внимание и до скорых встреч уже в новых обзорах.